едем на Золушку. Пришли на Золушку. Сейчас будем подниматься на тусик. Мы вот приехали, знаете, такая елочка. Возле елки классно. Закрытие. Время придет свой сложный узор. Синяя секунда в минуты.
красными заборками наш принц прибыл в бескрайний город. Закрытие. Время придет свой сложный узор. Синяя секунда в минуты. Вон там ступеньки по йоге. Ну да. Снимай, потише. Обожаю лифтолуки. Красиво посмотреть. Какой запах, вы себе не представляете. Супер! С Новым годом! Наталья вся с ним в съемках. Друзья, мы сходили на Золушку Плющенко. Нам очень понравилось. Сегодня у Яны Рудковской был день рождения. Она отмечала его вместе со своим мужем на льду. Было круто. Кокаина, кокаина, кокаина.
На Золушку. Смотрите, сейчас начнется представление. Друзья, мы приехали в ресторан Эрвин. Мы сегодня посетили прекрасное ледовое шоу «Золушка Плющенко». Советую всем вам сходить. Было здорово. Спасибо Танечке, что уговорила меня. Сниму сторис на фоне вот этой потрясающей игрушки. Просто прекрасно. Москва вся горит огнями. Ребятки, приезжайте в Москву и наслаждайтесь Новым годом. Мне очень нравятся оригинальные елки. Друзья мои, сейчас мама поздравит вас всех с Новым годом. Поехали! С Новым годом, с новым счастьем! Всех поздравляю, Наташеньки, подписчиков! Будьте здоровы и счастливы в новом году! Покасики! Вези меня, олень, по моему хотению. Неси меня, олень, мою страну оленью. Я снимаю красоты. Посмотрите, какой прекрасный мужчина. Найти такого роскошного еще с вилами в руках. Александр Плющенко.